Родничок, ромашка, солнышко, радуга, журавушка, теремок, огонек – это названия детских садов города Видное. Первые дошкольные учреждения в Видном были построены крупными предприятиями для детей своих работников. Одно из них – «Ласточка» – распахнуло двери для дошколят в 1969 году. Скоро один из старейших детских садов откроет новую страницу своей истории. Построенный больше 4 десятилетий назад, детский сад «Ласточка» и по сей день остается любимым и родным дошкольным учреждением для многих видновчан. Вера Гончаренко работает в «Ласточке» с самого начала. Придя сюда младшим воспитателем, она прошла путь до заведующей. Как вспоминает Вера Сергеевна, первые 2 десятилетия заводской детский сад, а его проектная мощность была велика, посещала 280 детей. В конце 90-х учреждение стало муниципальным. В 99-м году был ремонт детского сада. Сделали по 3 требованиям Санпина 6-групповой со спальнями. Сейчас в нашем детском саду существует изо-студия, русская изба, спортивный зал появился. Его не было, он был один, у нас музыкальный только. С тех пор детский сад капитально не ремонтировали. Правда, недавно за счет средств районного бюджета обновили музыкальные и физкультурные залы. Здесь появилась новая мебель. Но этого явно недостаточно. Старое здание необходимо приводить в порядок, да и количество мест было бы неплохо увеличить. Ведь, несмотря на строительство новых детских садов, очередь в дошкольные учреждения сокращается медленнее, чем хотелось бы видновчанам. Было принято решение расширить детский сад за счет реконструкции. Финансирование проекта по инвестиционному контракту выполнят застройщики микрорайона Тимохова-Саласкина, общество с ограниченной ответственностью «Доверна». На эти цели запланировано потратить 82,5 миллиона рублей. Кстати, это не первый подобный проект компании. На их счету и реконструкции дошкольных учреждений, и построенные сады. Мы построили детский садик в Люберцах. Сейчас проектируется еще один детский садик в Люберцах. 2 детских сада в Москве, в Восточном округе. И была в свое время проведена реконструкция детского сада в городе Раменское. То есть это фактически уже получается 6-й детский сад на повестке дня. Техническим заказчиком выступает фонд развития жилищного строительства «Жилище». На данный момент идет подписание договоров, после чего начнется разработка проекта реконструкции. Нам необходимо будет увеличить количество мест до 175, то есть на 55 мест. Это тоже потребует дополнительные расходы и строительство дополнительного, наверное, здания. Полностью оборудование со своим спортивным залом, со своим столовой, кухней и так далее. Изюминка «Ласточки» – это открытый плескательный бассейн, который заработал спустя год после открытия детского сада по инициативе работников завода «Гипсобетон» для оздоровления ребятишек. Его ремонтировали всего лишь единожды в 99-м году, и не функционирует он последние 2 года лишь только потому, что обветшала плитка. Конечно же, заветная мечта коллектива детского сада детей и родителей, чтобы во время реконструкции этот бассейн привели в порядок. Татьяна Акимова, Алексей Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.